Правда в том, что лучшего момента почувствовать себя счастливыми не существует. Если не сейчас, то когда? Кажется, жизнь вот-вот начнется. Настоящая жизнь. Но всегда на пути существует одна проблема, одно незаконченное дело, один непогашенный долг. И если мы присмотримся, то увидим, что эти проблемы бесконечны. Из них, собственно, и состоит жизнь. Это помогает нам увидеть, что пути к счастью нет. Счастье — это и есть путь. Мы должны ценить каждый момент. Не ждите, когда окончится школа и начнется колледж. Когда вы похудеете на 5 килограмм, когда у вас появятся дети, когда дети пойдут в школу, женятся. Новые годы, весны, осени или зимы, следующие пятницы, субботы или воскресенье. Счастье – это путь, а не судьба. Работайте, как будто вы не нуждаетесь в деньгах. Любите так, как будто вас никогда не ранили. Танцуйте так, как будто вас никто не видит.